в наше время жить без использования электрической энергии, самого удобного вида энергии, немыслимо. Одни тела заряжаются положительно, а другие – отрицательно. Вокруг электрического заряда всегда существует электрическое поле, благодаря которому между заряженными телами происходит взаимодействие. Одноименно заряженные тела отталкиваются, а разноименно заряженные притягиваются. Напряжение и сопротивление характеризуют любую электрическую цепь и всегда связаны между собой. Эту зависимость называют законом Ома. Источники электрического тока сами по себе не создают электрической энергии, а только преобразуют в нее другие виды энергии. Для получения длительного электрического тока необходимо иметь источник тока, который бы поддерживал электрическое поле в проводнике. В наше время жить без использования электрической энергии, самого удобного вида энергии, немыслимо.